Начиная с 5 лет, актерское портфолио Кирилла пополнилось работами в сериалах «Солдаты» и «Счастливы вместе», а также озвучка таких фильмов, как «Интерстеллар», «Союзники», «Призрачная красота», «Дивергент» и еще более 45 кинокартин. Кирилл признается, с детства хотел стать знаменитым. Поддержка родителей безумно важна. Если родители смотрят, пожалуйста, поддерживайте детей во всем, потому что, вот опять же, моя мама, я ее очень люблю, поэтому хвалю ее всегда, она меня поддерживала во всем и всю свою жизнь посвятила мне. И вот просто мечтайте и идите к этой мечте. Это очень круто, когда есть к чему стремиться. Это класс. Кто помогал юному актеру в начале жизненного пути? Одним из главных мотиваторов была мама, которая постоянно говорила сыну юному актеру. Нельзя никогда никому позволять думать, что ты ничтожество. Никогда. Не позволяйте себе, чтобы эта мысль у вас здесь в мозгу укоренилась. Никогда и ни за что. Самый незабываемый день съемок, источник вдохновения, поступление в университет, отношения с друзьями и родителями. Киноакадемиков интересует все о жизни юного актера. Я спросила, а можно ли в таком маленьком возрасте самому именно захотеть сниматься? Это же, наверное, наверняка очень трудно, не бояться камеры, вообще не бояться сцены, допустим. Он мне ответил, что это получилось вообще случайным образом. Он такой интересный. Он с чувством юмора, добрый, смешной, а самое главное, отзывчивый, добрый.